что ты с медициной можешь рассказывать? Фармацевт? Нет. Врач? Нет. Что может еще? Доктор. Подожди, если не врач и не фармацевт. Палит, да, жестко? А это не понимает, надо не понимать, что. Какой я крут, да, теперь его? То есть ты работаешь ручкой, молодец. Все, это очень круто. На самом деле сейчас... Я не люблю эту петельку очень сильно. Да. Мне кажется, она очень перспективная. Да. А я могу без этого больше зарабатывать, чем... Печально, что тебе не нравится. Родители там заставили. Я тоже говорю, что мама хотела, чтобы я была стоматологом. Мама, я не буду врачом, потому что я очень боюсь сделать тебе больно. А я говорил, мама, я слишком тупой, чтобы туда идти. Она говорит, ну я тупой. Она говорит, иди. Говорит, пойдешь, я тебе подарок сделаю. А что тебе мама подарила? Родители. Мотоцикл, боженький такой, знаешь, ну не вообще не ощущаешь.